Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы продолжаем играть в Among Us с модом Таноса. Если вы не особо знаете, что творится в этом моде, кликайте вот сюда вот. И там вначале я объясняю смысл мода. Ну а перед началом ролика не забывайте залетать в телеграм-канал, а также в дискорд. Ссылки на это все есть в описании, я не буду задерживаться. Погнали в катку. БВСРНГ, дай Таноса, хочу быть Таносом, не членом. Почему я опять член экипажа? Опа, подожди, у меня... Вот я тоже хочу найти камень. Камень хочу найти. Подожди, вот это что за стрелочка? Это что? Опа, пропала стрелочка. А походу камень разума, то есть вот эту желтую такую штучку, может взять любой. Подожди, лид здесь стоит. Вот здесь камень разума был, получается. Аси, походу, опять подобрал этот камень разума. Короче, ты становишься виженом, потому что ты будешь как хранитель камня. То есть ты бегаешь так. Так, Аси здесь. Угу. В электрике, труп знато. Так, что у нас, ребята, здравствуйте. Камень души подбирал, да? Да, камень души подобрал, да. Точно не драга. Точно. Фигня сейчас с Аси была, или мне показалось. Я когда выполнял Саймон, говорит, фиолетовый короче, этот, да, какая-то фигня была. Ну так это тэп, значит, какой-то. Подожди, одну секунду, сейчас когда в нижнем генераторе были, кто ко мне навстречу шел? Навстречу, кто ко мне шел в нижнем генераторе? Вот прям сейчас, вот сию секунду. Самом в нижнем генераторе. Секунд 5 назад. Ну, я ничего не видел. Нет, я помню, что ты из электричества вышел. Вот, я вышел. Короче, смотрите, оставил я Лита в электричестве, побежал вниз в левый генератор и пошел наверх. Там я увидел, из камер вышел Аси. Блять, кто-то же еще был, сука, вот кто? Я такой там бегал. Там голландский, и я еще был. Но а, кстати, я убежал вообще направо. Как раз в электричество. Смотрите, да, мне кажется, это ураган. Почему? Мне кажется, если Танос подберет камень души, да, то есть убив игрока, который несет его, и активировав его, он побеждает автоматически. Он щелкнет камень просто души, это да. Что такое? Там 15 секунд вроде у него, давай еще. Но просто смотри, как бы это единственный камень, который дается, типа, какому-то игроку. А что, слушайте, а что мы можем... Да, скорее всего, он просто как хранитель должен ходить. Ну, да, там да. Время, телепорты, сила. Да, телепорты, и... создание туннелей, ну, как да, люки. Там и много еще всего. Что-то. Да. Но мне кажется, что теория о том, что убивает. Один камень души вот этот всех убьет, это, ну, это так и есть. Хорошо, ну, знаете, я хочу говорить сейчас. Драга на железного человека похож, поэтому... Потому что он черт рогатый или что? У меня есть подозрение. Опа! Я случайно... Нет, это я случайно за себя вспомнил. Ебать, его убил. Нормально, как бы, Аси. Давай шпинять вовсю. Давай, Аси, я это, да? Я мразота лысая. Я знот. Да знат, уйди ты, балбеса, кусок. Можно Аси не обсирать. Ладно, не буду. Чупикс, при мне из люка вышел. Чупикс. Ты гонишь? Брат. Ну тут, по сути, я верю почему-то. Чупикс. Я верю, драга. Кому ты веришь? Да, алло, мы двоих можем спокойно того. Джонни, это Джонни. Стой, тут есть невидимость, походу, бля, я клянусь. Да, да, тут есть невидимость. При мне люк открывается, Чупикс. Ты долбоеб, какой люк? Ну нет. В смысле, подожди, какой в электричестве? Я пришел в электричество, починил свет. Я сначала видел в медицине, я знаю двух мирных сейчас. Я пошел чинить свет сразу после этого. Чиню свет, поднимаю, сделаю задание, и около меня падает труп Джонни и забегает драга в электричество в этот момент. Такое, ничего не было. Подожди, я сейчас для себя спрошу, ураган не было. Типа все норм, да, там у вас? Да, ну Аси за тупок, это жесть. Ну или был люк, но я не видел, потому что я смотрел на тебя, как ты забегаешь. Ты, блядь, драга, клянусь, я знаю, что ты мирный, драга, клянусь. Драга, ты что-то путаешь. Ну с люком ты... Подожди, стоп, ну в теории это же реально могла быть невидимка. Здесь невидимость, да. Я да, не смотрел, но теорию Танос мог просто а уйти как это в невидимость как еще. В режиме? Как в режиме? Да. Ну, скорее всего. Боже, Танос все равно один. Давайте... Блин, а мне почему-то кажется, короче, это голландский. Да он сейчас камни соберет, Аси, всю жопу. А как это работает, хотя он знает, как это работает. Стоп, ребят, не забывайте, что... Не забывайте, что Джонни говорил в прошлом раунде про Лита. Давайте, может, скипнем, не будем выгонять? Или выгоняем? Не, все. С Чупикса, если есть невидимость, да ладно. Просто, может, это не он. А может, он просто... Я уверен, что... Ну, я про это и говорю. Нет, скорее всего, это не Чупик. Бля. Я в голландского. Я тоже в скип голосовал. Лита, тикайте в следующем раунде.
раунде лита, братан, лита, 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 лита. Реально не знал, что есть невидимость. Это не драга, короче, драга мирная. Так, ясно, уже друг друга прикрывают. Ага. Кто-то тут нечисто, мне кажется. Ну так, чуть-чуть, совсем, чуть-чуть, совсем, чуть-чуть. Вот, вот малую часть, мне так кажется. И опять свет тушат. Ясно, подожди. Люки там будут открываться? Люки не открываются. То есть в люках никого нет. Да, все три люка, они того, нерабочие чуть-чуть. А ну, пойдем вот здесь. Аси убегает. Так, подожди, он как-то... А хотя, стоп, алло, этот балбес со мной как бы. Здравствуйте, доброе утро. Вот что вот это вот за стрелочка, мне интересно. Олега убили, значит, точно. Это Олега убили, и камень разума выпал. Смотрите. Да, 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 да. Так, подожди. Олег мертвый? Ты Олега, мне душу подобрал, да, Олега убили на щитах снизу. Бля, а кто мимо меня бежал? Там лит тусовался. Лит, ну, значит, лит. У меня сейчас голландский снизу. Паранойя. У меня сейчас паранойя в литпута, потому что он исчез с моего экрана очень странно в хранилище. Позвольте мне сейчас... Не, подожди, не голосуйте. Прежде чем голосовать. В самом начале игры я вижу то, что кофе желтенький находится, и я вместе с кофе бегать начал до тех пор, пока свет не выключили. Когда свет выключили, я его потерял, и я не знал, где он находится. А потом я свет починил. Ну, первый раз, когда выключили свет, я говорю. Потом я пытался найти кофе, но потом уже пошел выполнять задание, как раз я урагана встретил уже на этом пути, и по счетам ушел в электрику. Для меня почему-то кажется, что это реально голландский. Либо голландский, либо лит. Да. Подожди, вы сейчас вдвоем в лита, да, проголосовали? Да. Я не голосовал. Ну, короче, ну, лит, мы говорим... А смысла ноль здесь? Попробуем, потому давай, что попробуем. Три голоса сейчас в лита, вдвоем мы, допустим... Лит, голосуй в голландского. Сейчас минус лит, просто нажимайте, у кого кнопка есть, и мы кикаем голландского. Я не знаю, мне реально почему-то кажется, что это голландский. Потому что он странно бежал, когда... Короче, я кнопки бегу, а он очень странно бежал. Вот что вот это, вот что я могу с этим камнем сделать? Отбежал, мразюка! Отбежал. Ясно все. Давай, 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 Дракош лучший. А что произошло? Да не, ну просто прикольно, от кнопки отбегаешь, и тогда саботаж начинается. Не, а что произошло? У меня зависло просто. А, да? А точно тут невидимость есть? Блин, а мне кажется, тут невидимости нет. Нет, не видимо. Да, как-то странно. Невидимо есть. Ну все, пока, Дракоша. Реальная игра? Блин. Ну вам придется ждать, потому что у меня все зависло. Ну ладно, подождем. Блин, что делать? Да закрой игру просто. Стоп, мне реально интересно, а получается вот этот камень души. Типа чел, который бегает с желтым камнем, он как хранилище камня от Таноса, да? И типа Танос может щелкнуть. Да, с оранжевым, да. А, оранжевый. То есть, голландский, ты у тебя желтого не было. Просто надо говорить, что у меня 4 камня. У меня 4 камня. Я нашел 4. Но, короче, что за фигня сейчас была в последнем раунде? У меня просто, как только раунд начался, у меня все перестало работать. Я поэтому и бегал туда-сюда к кнопке. У меня секунды не шли, ничего не работало. Но это... Он еще и перевоплощаться типа... может. Да, точно, я забыл. Он может в драга превратился мимо. Короче, я в драга превратился. Я вообще офигел. Меня голландский убивает на камерах. Смотрите, меня голландский убивает на камерах. Он ТП-шит, он через люк как-то пролез, но потом возник какой-то телепорт. Да. Он превратился в драга. Я сам не знаю, кофе, я все подряд знал. Потом он ушел в инвиз. Я просто наблюдаю за этим, я в шоке. А потом еще ураган говорит, что труп находится на щитках, хотя я умер на камерах. И я думаю, что... Да? Твой труп тэпнул, походу, да. Это как? Не, ну типа, там камень валялся, я думаю, поэтому ты там и умер. Я сейчас бегу специально камень души подбирать, мне пофиг, я... Сука, Аси мразота! Он сразу камень забрал души! Ясно, Аси с камнем. Подожди, и надо кликать репорт, потому что где-то Аси, возможно, сейчас убьют. Так, чуть-чуть, случайно, максимально случайно. Только потому, что у него есть камень. Так, чиним свет фастом. Вот так вот, отлично. Джонни, what's up? Там кто-то еще снизу подбежал. Так, знат. Так, на камерах у нас Джонни стоит. Кстати, весьма странная роль для Джонни стоять на камерах, если что. Так, Джонни бежит. И вот здесь где-то камень вроде как был. Осталось всего пару заданий. Легчайше. Ах, я испугался. Аси, значит, убили. Подожди, стоп, Аси умер. Ты видел голландский или это? Нет? Да, кофе. Так, я именно поэтому и собрался голосовать. Подожди, реально. Стоп, у меня вопрос. Вопрос, смотри. Аси был желтым же. Да, во-первых, я видел два камня сейчас. У голландского и у Аси. Да. Стоп, я урагана видел. У меня с камнем? Не, я подобрал оранжевый камень, я хранитель, если что. Я подобрал. Вот, я тоже видел то, что Аси подбирал.
Я подобрал. Я видел только что Аси пробегал мимо нас, бегал. У него тоже был не желтый цвет. Но стоп. Сейчас нужно обсудить другую немного. Короче. Джонни, по-моему, спалился. По-моему, Джонни спалился сейчас. Короче, Джонни. Он щелчок заюзал, но у него камни не были собраны, и анимация прошла типа щелчка. А щелчок. Не-не-не-не-не-не. Я вам объясню. Мы к двигателю подбегаем, я снизу, голландский сверху. Я вижу, как в темноте там, ну, какой-то, ну, вот просто эффект такой, знаешь, типа как телепорт открывается. А, стоп! Это фиолетовый... Не-не-нет, стоп! Я понял. Короче, фиолетовый камень, он делает анимацию у рандомного игрока какого-то эффекта. А насчет того, то, что щелчок Джонни сделал, нет кнопки щелчка, если у тебя нет всех камней. Надо все камни собрать, да. Тогда щелчок будет. А и фиолетовый, он походу и делает рандомный эффект. Я думал, он анимацию спалил, типа, нет? Окей, хорошо, Хорошо, значит, Джонни мирный. Смотри, значит, Джонни мирный, я мирный, голландский мирный. Я Дракоша тоже. Потому что у него тоже желтый был, ураган тоже мирный. Знат и Чупикс. Дракоша тоже мирный. Я мирный. Чупикс, Лид и Драго. Не-не-не, Драго со мной на скане. Да, не, охраняю Ась, чего мы еще надо? Знат или это Чупикс? А вам не надо достается. Вы не надо исключать ни Кафяна, никого. Ты нормально, что, нормально. Мирный стал? Тебя ну, пока нормально, пока нормально. Окей, да. Ну это вообще забавно, конечно. Походу, все-таки никнейм напомните мне поменять. Я сейчас по карте бегаю свободно, пока вы там голосуете, короче. А, вот, нормально, все. У меня два желтых. Охренеть, вот эти ваши шутники голландские, прикольные максимально. И мне кажется то, что сейчас идет у нас импостер искать все карточки. Пойдем. Ну вы что, ребятушки, ну что вы делаете? Никто кроме вас не выполнит эти задания, и мне кажется, мы сейчас там найдем труп. Нет, не найдем походу. А ну подожди, 4 человека целых, понял. Так, что у меня остался скан и вот эти вот прикольчики. Дело 5 секунд закончено. Вообще легкотня. Уф, какой же я хороший. Связь-то починил. Так, следующее что? Да у нас вообще 2 задания-то осталось. Вообще без проблем. Чупикс, Саси, у нас стоят камни. Ой, камни. Эти вот штучки делают. Так, кофе, знат, починили, все, понял. И у нас там справа Чупикс и Аси оставался. А вдруг? Аси жив, все, понял. Не быкую. Блин, где труп? Знал, что Лид будто убили, походу. Очень аккуратно кто-то играет. Да, ну очень. А подожди, где труп, где труп? Слева сверху, короче, где цифры, вот это прямо люком. А. Так. Вообще у непонятно. У Аси не видно желтого никнейма. У меня желтый ник. Я у Аси вижу. У меня два ника желтых. У меня тоже два желтых. У Аси тоже есть, да. У меня не показывает у Аси желтый. У меня тоже. Я вижу у голландского, что у него желтый. Подождите, у меня показывает. У кого еще Аси показывает желтый? У меня. У всех показывает. А у кого не показывает? У меня не показывает. Ясно, Джонни, пока. У голландского не показывает. У меня тоже так не показывает. Так у тебя хранили, типа, да, уже камень есть. А прикинь, ты реально, Джонни, так спать. Это тупо. А почему тогда голландского вижу? Я же Аси до этого видел, я сам сказал. В игре. Да, ты не видишь? В игре я не знаю, я типа, я не смотрю, я за голландского. Блядь, ну очень смешно. Ну, вообще тоже сейчас Джонни. Подожди, стой. Джонни говорил, что он в самом начале видел ураган на желтого ник. Да, я видел урагана желтого. Но это мог быть вкид. Нет, клянусь, блядь, клип скину сразу. А вкид во что? Клип сначала, клип. Во время катки? Слушай, кофе. А в навигации, когда мы с тобой вдвоем забежали в навигацию, и потом пешком пошел, куда там, к камерам, да? Подожди, в навигацию? Справа то, что? Да. Подожди, я не помню. Ты Джонни видел? Просто я выполнил смейку. Да, Джонни видел, он пробежал, да. Я выполнил смейку, и там бац, тебя нету, а Джонни стоит. Не, мы прям, мы разминулись прямо у камеры, получается, где-то понял, там. Понял. Ну и чё, нет у нас подозреваемых, да? Ну тут как бы задание, мы, по сути, уже почти ну, выполнили. Ну, аккуратно играет, это может Чупикс быть. У меня одна осталась. Аккуратно. Типа. Либо тот же Джонни. Ну нет, Джонни, мне кажется, уже бы там это... Либо он собирает камни все, по-любому. А я пытался собрать кофе, это невозможно. Прямо сейчас? Ясно, всё. Это кофе, это кофе, это кофе, это кофе, это кофе. Подожди, ты тоже видел Чупикс? Он вылез из дыры какой-то. Я не вылезал, ты прикалываешься? Подожди, нет. Подожди. Джонни, ты видел это? Он вылез. Это портал. Одну секунду, скажу точно. В игре я вижу, что Ася желтый, но сейчас у меня тут нету.
Да. Ну да, то же самое. Не дайте сказать, пока никто не проголосовал. Чупикс, ты прибежал, я уже стоял, я просто ждал, пока кто-нибудь прибежит, потому что я увидел дыру просто в корабле, и я рассматривал ее. Смотри, стой, до этого мне было смысл телепортироваться туда, потому что я со статок залился в медбол. А ты так замешкался так? Сразу свет вырубился, сразу после этого свет вырубился. Ты прикалываешься? Я свет починил. Я со статом стоял в медблоке, он забегает, я выхожу туда, бегу налево. Давай, я тебе про другой момент вот хотел объяснить. Сейчас, Олег, подожди. Тут другой момент, мы справа сейчас в навигации были, там Чупик, я и Джонни. Угу. И какой-то момент... Я был. Ну, я не видел голландского. Чупикс отбегает чуть левее в навигации. И телепортируется резко к Джонни. Лаги. Стоп, погоди, ты говоришь, что Чупикс был в навигации? Да, мы втроем были. Прямо сейчас. Нет. Прямо сейчас мы с Драго на камеру. Я не знаю, возможно, кофе подставили телепортом, на самом так деле. Так вот то же самое, что Джонни в первом раунде. Можно лететь принять даже. Смотрите, может как быть. Было, смотрите, как было. Я бегу в верхнем двигателе, смотрю, космос сначала вижу, и потом кофе чуть левее от космоса, он замешкался. Стоп, это получается, сейчас поставили. Я прям встал туда и просто я на меди стою сейчас. Посмотреть, телепортируется или нет. Я договорить даже не успел. Я говорю, я после того, как все это увидел, побежал в сторону кнопки, и сразу после этого свет вырубается. Это совпадение, по-вашему? Короче, это 100% поставили сейчас в этом раунде. В этом раунде поставили. Я в шоке просто. Я туда даже не ходил. Если что, ребят, меня защищайте. Последняя надежда для Танос. Последняя надежда. Вот, у меня оба они желтых. А где голландские? Защищать кого-то. Куда ты убежал, мой поймальчик? Возьми, как хвостики такие бегаем за голландским. Не знаете, что интересно очень сильно? Почему не убивают просто килом? У Таноса же есть кнопка килл. Не странно ли это? А ну подожди, вот здесь ничего нет такого. Yeah! А мне чисто интересно. А почему вы не убиваете? Я, короче, очень боялся камни юзать. Пиздец, как боялся. Я тоже боялся. Я вот этот фиолетовый езду, я все, блядь. Это Джонни, блядь! А, то есть я тебя еще спас! Ясно. Реально, не выпадет, он вообще никогда мне в жизни этой не выпадет, этот грёбаный танец. Я хочу камень, иди нахрен! Золото камень у меня украл! И у меня опять скан есть, что? Чё мне так сканов-то дропает много? Уже спалили? Короче, сейчас, тут очень жестко можно палить, кто не Танос, точно? Спа сейчас за оранжевым камнем. Да. Вначале. Вот, короче. Я себя обматерил уже. Я не пошел, потому что я выдал стрелку и... Вот кто не идет, тот, ну, Танос, типа, очевидно. Не, ну, типа, бред. Я не пошел. Бред. Лит не пошел, там, типа, блядь. Ну, короче, тупо. Просто банально, знаешь, просто банально я только сейчас увидел, типа, эту хуйню, что... О, стрелка, типа, я скажу сразу, стрелка белого цвета, она белая. Белого цвета, да. Да. Это вот, как с ключами, просто... типа, знаете, Да, кстати. Да не, ну типа, смысл кому-то еще бежать, если он и так видит толпу. Я, допустим, с Аси, мы просто сверху стола были, и поэтому мы самый первый там рванули. Ураган, это да, когда ты играешь уже несколько игр. А вот сейчас я со всей толпой бежал за стрелкой взять камень, а потом смотрю, раньше меня взяли, типа. И логично, что все так, скорее всего, типа, думают. Я вот сейчас тебе это все разъяснил, я только сейчас обратил вообще, о чем речь. Я сбегал за толпой, побежал, посмотреть. Блин, мы, кстати, предыдущий катку выиграли, выполнив задание, ребят, поздравляю. Да, кстати. Впервые, блядь. За 2 месяца, наверное. За 3 даже. Так, подожди, у меня есть скан. Скан. Аси, чекайте. Джонни, вставай. Бой. Настрой, господа, подождите, я вот тут стою, и люки не открываются. Аси где-то убили. Аси умер? Убили кого-то? Да, Аси. Это Чупикс, да. Это Чупикс. Он бежал. Ну, типа, ты в левую сторону бежал. Появляется. Короче, когда хранители камня убивают, появляется стрелка. И это сделали в медпункте, я так понял. Нет, не в медпункте. Так я даже не добежал без медпункта. Мы не успели разойтись, как, типа, свет выключился, ураган был рядом с Аси. Я вниз пошел у люки чекать. Ураган выбежали из медпункта. Ну да. Так меня там даже не было. Ты только что бежал ко мне навстречу. Ну, а я откуда бежал? С медпункта, что ли, к тебе навстречу? Нет! Аси выбежал из медпункта. Ты его встретил, ёбнул. Вы что, гоните? Где тогда труп Аси? Бля, Чупикс. Вот это хуй знает, потому что у меня просто камень появился, я понял. Я надеюсь, нам еще раз выпадет там. Вот это пиздец. Ну, суки. Все проголосовали. Вот суки.